Привет всем, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал My Summer Car Tutorial. И в этом видео мы продолжаем играть в My Summer Car. Это у нас прохождение уже вторая часть. Так, на что мы остановились в прошлой части? Мы остановились на том, что мы угнали универсал. Здесь у нас разные вещи есть. Вот, угнали вот в прошлом видео. Да, она была немного длинным, это видео. Но ничего, в этом видео будет все короткое. Что у меня по плану? Спросите, блин, я в видео... Наверное, будет заикаться несколько раз, ну потому что вы понимаете, блин, это всего лишь второй раз, когда я снимаю прохождение, я не привычен к этому, знаете. Такс. Мы далее, вот. И мы будем собирать подвеску автомобиля, будем растапливать баню, и, наверное, мы еще пойдем в город, чтобы забрать наш заказ. Вот тот набор ключей. Почему? Я бы сделал... Этим набором, чем обычным, но, знаете, я его, наверное, потерял. Не знаю, где его потерял, но где-то потерял. Даже его не знаю. Ну, может, найдем, не знаю, но все равно. Нам понадобится вот подождать сейчас, когда у нас позвонит Теймо. Я заберу свой заказ. А пока давайте мы отсортируем вещи. Давай это все по-быстрому сделаем. Что делаем? Берем, вот я канистру... Все, что связано с машиной, я ставлю в гараж. Конец всегда вот здесь ставлю. Все, что связано с машиной, я здесь ставлю. Ну, вот эти конец можно здесь поставить. Знаете почему? Потому что здесь у нас и мопед есть. Такс. Нам надо отсервать все в гараж. Вот. Вот эти диски здесь поставлю. В этом прохождении я буду собирать, короче, детей с отцом. Постараюсь сделать ачивку. Так, а все пакеты их несу в дом. Там я буду их распаковывать. Но сначала, перед этим, что я делаю? Вот, сначала смотрю. Это пакет, видите, здесь у нас все для машины. И здесь я его раскрываю, этот пакет. Чтобы поставить все в гараж. Все, здесь у нас все будет. Этот пакет, ну все эти два пакета уже дома. Пусть будут. Давайте их здесь поставим. Сейчас все отсортируем. А, где я их несу? Ну так, вещи для машины я вот здесь все поставил. Жидкости. Вот даже не знаю, вот я, наверное, и масло потерял на этот же. Я даже не знаю, давай посмотрим. Если прикинь, если я масло потерял на мне. Не уверен. Что, реально масло потерял? Я здесь это поставил масло. Нет, ребят, наверное, я и масло потерял. Ну, кто же знает. Ну, для чего купим новое? Много чего я потерял. Ну, пойдем в магазин, у нас даже денег нет. Пипец. Полный пипец. Так. Ну, тогда... Да, поставим здесь фонарик. Что, и масло? Да, прикинь. Так, давай пойдем в дом, все отсортируем. Да, по-быстрому поспим. Так. Здесь у нас еда. Здесь у нас сигареты должны быть. Все. Если здесь поставить все. Сразу. Все, открыть. Блин, не получилось. Ну смотрите, вот у нас я и все иду, кладу в холодильник. Здесь у нас плоские, так как пицца и там наверху макарон. И здесь.
внизу ставлю молоко. Работаем. Ну так, все. И думаю, уже все поставили на место. Все, давайте мы купим водички, все сделаем, наши делишки. И пойдем. И потом пойдем поспать. Поспим. К быстрому стресс у нас сейчас. Так, быстро. То я хочу. Завтра пойдем в магазин. Возьмем себе набор ключей. И уже будем собирать подвеску. И покажу, как надо расставлять банки. Ой, блин, зря я сигару в дом вытащил. Это опасно. Я сразу говорю, очень опасно. Можете сожжать себе дом вообще завтра. Так, все, помылись. Давай быстренько пойдем на улицу, а то я боюсь. Чтобы случайно не выбросить нашу сигару. Так, идем им. Сейчас. Давай, на. Все, нет, сигар. Идем поспим. Переведем. Советую вот телефон выключить. Возможно, вам позвонит наш приятель. Такс. Снова говорю, такс. Спим. Теперь. Вот мы проснулись. Что делаем? Включаем телефон. Я думаю, знаете, о чем? Думаю, чтобы пойти в город и забрать наш набор ключей. Но сначала нам надо подождать звонка. Ну, скоро, наверное, будет. Потому что я не знаю, там сколько дней. Ну, короче, ждем звонка, а потом пойдем в город. И купим себе и масло, и оплатим набор ключей. Они не под машиной точно, не? Или я не вижу? У нас машина не... Такс. Или я не вижу? Не под машиной. Но когда... Тогда они, не знаю. Они на меня по дороге тогда испарились. Ну, тогда ничего. Нам надо подождать звонка. Ждем тогда. Так, звонок. От кого? Привет, это бабушка. Звонит. Ты можешь принести мне немного молока? Захарочка и сосисок из Тейма. Я не хочу пойти в город. Но... Ну, тогда приведем. Тогда ждем нового звонка. Такс. Нам кто-то звонит. Еще подождал немного. Привет. Это мистер Тофхакер. Звонит. У меня атака сердца, и доктор сказал, чтобы я больше не работал. Ты не мог бы взять транспорт и привезти все стоки сена в ферму? Доброго дня. Не знаю, если я сделаю эту работу, а то это вообще сложно. Ну и так, ждем дальше. Такс, еще кто-то звонит, ну дай бог, чтобы был. С магазина. Ох, наконец-то. Твой заказ уже готов. Ты можешь забрать его из магазина. Все, спасибо Тейму. Все, ребята, мы отправляемся в путешествие. А на чем, если нет? Ох, значит... Берем мопед. Где, кстати, мопед? А, мопед там. Берем мопед. Берем и идем. Себе. Ну, тогда вообще супер.
Идем и берем себе заказ. И уже пойдем. Себе, блин, уже. Это у нас утро? А, да, ух. Думаю, блин, уже вечер. Нет. Так, сидем. Вот я даже не знаю, где я забыл наш... Наш ключ, наш... Набор ключей. Ну ничего, сейчас пойдем на мопеде, заберем, приедем домой. Все вольчики покитакс. Давай, поднимайся. Давай. Эй, мопед. Давай себе пиво поставим. И поедем. Так, кто-то заметил что-то? Вот, смотрите на роль. Кто вот заметил, что у меня, то напишите в комментариях. Ну, это уже очевидно. Такс. Едем. Едем в магазин. Едем в магазин. Еще вторая передача. Уху. Осторожнее. Здесь у нас есть пиво, да. Так, давай поедем в магазин. Стоп, 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 стоп. Вот видите, ребята, я бы сейчас не сбросил копыта вот. А знаете, в чем прикол? Я забыл себе взять шлем. Если бы я его не взял, сейчас у меня вот это, знаете, сохранение уже не было бы. А я, как и говорил, я попытаюсь пройти эту игру без смертей. Вот. И у меня бесконечная вот перманентная смерть. Так что нужно быть вообще осторожным, ребят. Вообще нужно быть осторожнее. Так. Давай. Мопеда. Берем, надеваем шлем. На F. И теперь можем пойти в наш магазин. И конечно же, наша поездка будет с очень замечательной музыкой. Поехали. Такс. Вот это да. Поездка в магазин, ребят, отменяется. 100% отменяется. Я нашел то, что мне нужно.
Офигеть! Вот этого я не ждал, чтобы это было. Вот такой вот момент. И все равно, знаете, если прямо я пошел в магазин, у меня нету денег. И как бы я оплатил этот счет? Это пипец, слава богу, что нашел, блин, а то я бы сейчас должен был в магазин. И что, у меня нету денег, я бы на клубникой зарабатывал. Ну, едем, да, теперь едем дальше домой. Так, что я заметил? Я заметил то, ребят, что у нас по дороге вообще разбросано очень много вещей. Даже не знаю, откуда они взялись. Ну и, конечно, что не из универсала. Но вот тогда и масло должно быть на дороге тут. Только ее не заметили, или она в тех сторонах, ну даже не знаю. Но это круто, ребят, что нашел свой набор ключей. Я же думал, что я его больше вообще не найду. Но он уже нашел. Давай сначала заберем наш набор. Ну, блин, даже не знаю, что. Давай, эй. Тише. Тише. Давай заберем наш пивко. Наш пивка. Может, и колесо заберем. Уже в руку. Сейчас посмотрим. Давай быстрее. Блин, я ненавижу иногда этот мотоцикл. Такс, что делаем? Берем, ставим. Ух, так, колебнулся. Все, ну да, пусть колесо постоит. Так, давай пиво заберем. Едем. Все. Ну вот, ребят, приехали. Наконец-то. Смотри, здесь немного постоит. А мы, ребят, наконец-то пойдем собирать нашу подвеску. Нашего автомобиля. Где-то мы потеряли пиво на дороге, но ничего. Чтобы снять шлем, вот так смотрим вниз и нажмем на F. И у нас мы сняли шлем. Так, начинаем подвеску делать. То, блин, уже захлебнулся вообще. Так, просто стоять. Так, теперь делаем подвеску. Нас сначала немного покурим, чтобы наш стресс вывести. Подвеска, ребята, это очень, наверное, самая простая вещь, которую можно собрать в игре. Очень простая. Подвеску соберет любой. Главное, чтобы здесь не ошибаться винтами, чтобы их закручивать до конца. А то у вас подвеска слетит. Так, покурим все, что осталось. Что мы делаем? Мы уже начинаем вот делать. Так, берем. Первое, что делаем. Что я делаю? Я беру вот фрейм. Вот, знаете, на русском, я не понимаю, как говорится, вот на английском я все знаю. Не знаю, вот. Я на английском вот все выучил. Ну, даже на английском забываю иногда. Ставим нашу. Все, поставили. И как я припоминаю, причем на 10. Да. Закручиваем наши все винты. Берем, закручиваем. Где? Еще один винт у нас здесь. Он прячется где? Он где-то прячется, вот. Отлично. Здесь тоже. Тоже закручиваем винт. Все. Что делаю я дальше? Беру вот эти wishbone front. Вот ставим ее. Отлично. Поставили. И уже второй уже у нас левая. Быстрее ее ставим. И теперь ключом на 10 тоже. Да. Закручиваем нашу часть от подвески.
Блин, да хорошо, что мы нашли этот набор ключей, блин, а то бы я должен был еще поработать на клубнике, еще пойти в магазин. Это вообще серия бы нам много времени бы затянулась. Хорошо, хорошо, что на дороге нашли. Так, что делаем? Берем теперь этим спиннер ФР и ставим. Здесь у нас по одному винту на 12. Знаете, вот я в этой игре знаю все ключи, вот на всех гайках, наизусть. Вы даже не понимаете, сколько раз я собирал эту тачку. И сколько раз я получал на ней техосмотр. Все разы, когда я забирал, я получал техосмотр, да. Теперь что делаем? Вставляем наши амортизатор. Я вставляю. Раз амортизатор передний. Еще один. Все. Теперь что делаем? На 10. Здесь наверху есть 3 винта. А внизу на 9 есть 4 винта. Их все закручены. А быстрее, быстрее. Все. Здесь давай сначала на 10 закрутим. Здесь наверху 3. Это вообще-то не винты, а гайки здесь. Закручиваем. И на 9-4 там винта. Закручиваем. Подвеска это вообще самая простая система из всего автомобиля. Сейчас, которая... Она собирается очень быстро. Отлично. Теперь вставляем... Вот, я всегда вставляю этот стеринг рек. Это, короче, рулевой. С рулем связано. Короче, поворачивает наши колеса. На 9. Я думаю, что на 9. Да. Закручиваем здесь 4 винта. Отлично. Все закрутили. Теперь берем вот эти два вот. Это на правой стороне. Стеринг на правой стороне. Здесь мы должны вот так. Один здесь берем, один здесь ставим. Давай. Оп. И на 12 берем, закручиваем. Закрутился. И еще один здесь. Закрутился. Вообще отлично. Ну и вот, ребята, что нам осталось. Это вот поставил диск брейки. Сейчас. Да. Ну, смотрите, мы их ставим. У нас, короче, ставим. Но мы их не закручиваем сначала. Ставим сразу и... Пипец. Алшафт. Один здесь. Это у нас... Привод, это у нас привод. Ставим наш привод, да? Блин. Эту машину мы разобьем раньше, чем мы ее сделаем. В итоге. Она у нас, наверное, еще уже в вмятинах. Ну, не думаю. Теперь закручиваем. Я думаю, блин, я пропоминаю, что на... Не на 13. 14, что ли? Да. На 14 закручиваем.
Ну что могу сказать? Передняя подвеска у нас уже готова. Очень просто, как и говорил. Все, осталось теперь задняя подвеска. Берем вот эти вежбон и ставим их здесь. Вот. Первое. И вторую. Берем и ключом на 12. Как я пропоминаю это. Да. Ключом на 12. Там еще один болт. Закручиваем. Все. Теперь берем. И здесь тоже так закручиваем. Идем там. Ну все, ребята. Все это мы закрутили. Теперь что делаем? Берем и ставим пружины. Первая пружина. И вторая пружина. Им ничем не надо креплять. Они сами крепляются. Теперь амортизатор тоже, задний. Чтобы их поставить, смотрите, удобно. Вот так просто делаем. И здесь ставим. И все, поставили. И еще один. Сейчас поставим. Потому что некоторые вот так делают. И так очень сложно вообще-то поискать где-то место. Лучше вот так сделать. И все. Мы просто поставили амортизатор. Теперь у нас ключом на 12. Вот здесь у нас наверху. Эти два амортизатора закручиваем. Задвигайте. Раз. Два. Вообще просто. Сейчас я умру от жажды. Надо быстрее чем-то напиться. Сейчас быстрее. Берем пивко. Наверное, свет нам уже не понадобится. Так, закрутили. Теперь берем на 6. На 6. Здесь у нас внизу амортизатор есть еще два винтика. Закручиваем. И там уже на другом амортизаторе. Ну и все. И последняя деталь. Друмбрейки. Ставим их. Причем на 14, по-моему. Да, закручиваем их. Ну и все, ребят. Наша подвеска уже готова. Смотрите. Я бы сейчас смог и поставить колеса, но... Здесь у нас только 3, одна там. И поставим, короче, колеса, когда у нас уже будет все. Все колеса будут в сборе. Как видите, мы уже собрали подвеску. Было очень просто. Теперь, как я вам и обещал, сейчас мы пойдем затопим баню. Покажу, как это делается. Ставим здесь, чтобы я снова его не потерял. Ну и все, ребят, вообще лайк, смотрите. Идем. Попьем водички. И идем затапливать баню. Для этого мы едем, заходим в баню. И смотрите, здесь у нас где вот стол, таймер и вот это за температуру, которая отвечает. Здесь мы на полную так раскручиваем. Здесь тоже на полную. Все. И теперь ждем. Здесь у нас что мы видим? Здесь у нас нам показывается, сколько здесь температура стоит. Сколько здесь градусов. И нам нужно добиться, чтобы эта стрелка хоть вот до этого была, не знаю, вот, чтобы она поднимала. Чтобы она была поднята.
Перед этим берем ведро и наполняем ее водой. Все, наполнили. Приберем и ставим ее назад. И теперь закрываем дверь и ждем, пока у нас этот показатель не показал у нас высшую температуру. Ну хоть чтобы до середины прошло. Ждем. Ну как мы видим, у нас температура наконец-то поднялась. Как я вам говорю, она поднялась очень-очень медленно. Давай попробуем. Берем, нажимаем на клик. И на клик 2. Пытаемся попасть. Как видим, у нас попадает. Если держать курсор так, то у нас не попадет. Нужно вот примерно так, чтобы попало. Что делает баня? Она нам снижает стресс. Если вы в одном из захоронений не хотите курить, то баня вам, естественно, поможет. В бане еще поднимается жажда. Так что будьте готовы, чтобы у вас было. Чтобы вы случайно не умерли тогда. Чтобы вы забыли. И выливаем. Так мы себе стресс себе изгоняем. Ну все, ребята. Можете так сколько раз, если хотите, делать. Снижать себе весь стресс. Баня вам поможет. Если вы хотите не курить, а вот просто так стресс из себя. Весь, чтобы у вас вообще не было стресса. Уже нет. После чего, если хотите выключить баню, уже выключаем все эти параметры. Вот так. Вот выключил. И выключил. Никогда не надо оставлять баню так действовать. Если вы уйдете и баня будет дальше действовать, то ваш дом сгорит. Так что будьте осторожны вообще. Ну вот, ребята, все. Наше видео подходит к концу. В этом видео мы собрали подвеску. Если оно вам понравилось, то поставьте лайк над этим видео, подписывайтесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Этот ролик я сделал раньше, чтобы сделать видео на 1000 подписчиков. Да, ребята, на нашем канале уже 1000 подписчиков. Я очень рад, ребята, этому событию. Особое видео для этого будет немного позже. В Discord канале вы можете задавать разные вопросы, на которых я отвечу на 1000 подписчиков. Ну, ребята, увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока.